Смотровой люк ливневой канализации совсем скоро превратится в настоящую ловушку. Причем как для пешеходов, так и для автомобилистов. Люк он уже отлетал 2-3 раза. Они его там подварили, типа. А он все равно это... Пока. Стас Наркус живет в этом переулке около 20 лет и помнит, что проблемы на этой улице были всегда. Думал, что с прокладкой ливневой канализации ситуация изменится в лучшую сторону, но, как оказалось, не всем надеждам суждено сбываться. Когда тут и водоотвод копали, да, засыпали, зима прошла, грунт осел, ямы, естественно, появились, машины ездят еще... Трамбой это все еще глубже. Неравнодушные жители обратились в сельский совет с просьбой исправить ситуацию. Обращение приняли, зарегистрировали и сказали, что нужно немного подождать. Мы обратились к сельским властям уточнить, не забыли ли там про обращение. Нас заверили, что проблему знают и уже ищут пути ее решения. В смете на данный вид работ не было восстановления дорожного полотна, потому что действительно это очень дорогой проект, как бы сам по себе, да, то я думаю, что в рамках УДС, администрации сельсовета, ну опять же с помощью ГП Крайдео, будут данные работы выполнены по отсыпке, по выравниванию дорожного полотна. Естественно, мы сами знаем и сами обращаем внимание подрядчика на эту ситуацию, но все мы прекрасно понимаем о том, что работы проведены всего меньше года, как проведены работы, естественно, почва осыпается. То есть нами данная ситуация будет на контроле в любом случае, и я еще раз повторюсь, работу мы сделаем, ну, я думаю, максимум в трехнедельный срок. Будем надеяться, что проблема решится к концу июля, но уже кардинально. А мы, в свою очередь, обратимся через 3 недели к жителям улицы Андрея Толстых узнать, все ли в порядке. Александр Межеванов, Максим Мартыненко, телекомпания «Спектр», Богучаны.